замачиваю или в телуре, это гумусное удобрение жидкое, или, значит, развожу столовую ложку золы за 2 дня до этого, заливаю горячей водой, оно настаивается, значит, вот в этой щелочной воде, только ночь. На следующий день высаживаю. Высаживаю, значит, ставлю на мебели наверх и жду для покроя. Как только начинают первые петельки появляться, значит, выставляю на светлое, значит, не сильно светлое окно.